Картина понятна, как ни крути. Друг друга не уважают они. Сегодня вы водитель, а завтра пешеход. А послезавтра опять наоборот. И кем бы вы ни стали, запомните навек. Главное, что каждый все же человек. На дороге множество правил. Кто как идет, кому как идти. Их придумали, чтобы аварии не случались с тобой на пути. Выходя на улицу, приготовься ранее. Вежливость и сдержанность, а главное – внимание. Шагай осторожно, за улицей следи, и только там, где можно, ее прекрати. Если будет вдруг машина рядом быстро проезжать, на обочине должны ту машину переждать. Правила движения все очень важны, знать без исключения все вы их должны. Заводи мотор, давай, но о правилах движения дороги ты не забывай. А еще мы обещаем на дорогах не грубить, самое важное из правил вежливыми быть. И сегодня перед вами обещание даем, что всегда свою дорогу эти правила берем. Каждое утро вы собираетесь и идете в школу. Как только вы вышли из дома на улицу, то сразу становитесь участниками дорожного движения, пешеходами. Всех транспорт становитесь пассажирами. И пассажиры, и пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения. Сегодня поговорим о безопасном пути в школу и обратно. Я сейчас буду читать стихотворение, а вы продолжите его правильным ответом. Если ты спешишь в пути, через улицу пройти, помни, Петя, Толя, Сера, что смотреть надо... Когда идешь до середины, то отсюда с половины. Помни, Таня, Юра, Слава, что смотреть нужно? Направо! Все водителю расскажет, скорость верную укажет. У дороги, как моя, добрый друг. Давайте еще раз попробуем. Будьте внимательны. Все водителю расскажет, скорость верную укажет. У дороги, как моя, добрый друг. Мы важные знаки, дорожные знаки, на страже порядка стоим. Вы правила знаете и их выполняйте, а мы вам поможем поспешим. Здесь машину не грузи, не паркуй, не тормози. Этот старший говорит, тот не прав, кто здесь стоит. Если видишь этот знак, знай, что они просто так. Чтобы не было проблем, уступи дорогу всем. А здесь, ребята, не до смеха, ни на чем не садись ехать. Только своим ходом, только пешком. Красный круг, велосипед, здесь сомнений вовсе нет. Знают все давным-давно, ездить здесь запрещено. Затихают все моторы и внимательны шоферы. Если знаки говорят, близко школа, детский сад. Этот знак такого рода, он на страже пешехода. Переходим с мамой вместе, мы дорогу в это месте. Вот он знак, таких немного, это главная дорога. Если едешь ты по ней, всех становишься главней. Дождь и ясную погоду. Здесь не ходят пешеходы. Говорить вам знак одно. Вам ходить запрещено. Игру сейчас затеем. Я задам сейчас вопросы. Отвечать на них непросто. Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте. Это я, это я. Это все мои друзья. И если нет, просто молчите. А теперь давайте повторим, что же вы должны сказать. На мои вопросы. Это я. Если вы правильно думаете, что я задала вам вопрос, что вы должны ответить? Это я. А если вы думаете, что это совсем неправильно, просто молчите. Хорошо. Давайте тогда перейдем к вопросу. Кто из вас идет вперед, только там, где переход? Это я, это все мои друзья. А что желтый свет всегда нам?